Речь пойдет как раз о редких мутациях, то есть мы будем говорить именно о тех мутациях, которые встречаются там в 1-2%. Да? Мы не будем затрагивать мутацию КИРАС, которая при раке легкого, там 30%, из них 14% это КИРАС G12C. Там не будем, самое интересное за последние годы, ALK. Евгений Науч уже осветил, так сказать, эту тему, и действительно таргетная терапия, она в каком-то мере, так сказать, нас воодушевляла в том смысле, что если мы находим очаг, то 90-100% мы получаем эффект, да, в отличие от иммунотерапии, где мы, так сказать, надеемся на большее, получаем только 15% удовлетворения. Поэтому, конечно, так сказать, это тоже эйфория потихонечку проходит. Как раз в докладе Федора Владимировича это было четко показано, что многие таргетные препараты, они, к сожалению, дают очень короткий ответ, сопоставимый с химиотерапией. Допустим, как если вот начать с ЖФР, да, то инсерция 20-го экзона, она является, в общем-то, редкой мутацией, встречается как раз 1-2%, и назначение мобосертиниба, в настоящий момент это даже возможно сейчас у нас в стране, поскольку мобосертиниб у нас поставляется пока в рамках расширенного доступа, и мы лечим 25 пациентов с инсерцией 20-го экзона на сегодняшний день, и многие из регионов к нам приезжают с этой инсерцией. Но, опять-таки, токсичность, выраженная диарея, так сказать, не все переносят полную дозу. И, к сожалению, очень разный ответ у всех. И сейчас уже инсерцию 20-го экзона еще поделили еще на 20 подвидов инсерции. Поэтому действительно мы можем говорить о том, что именно сочетание комбинаций различных, оно вот это перспективный путь. Конечно, так сказать, сочетание с химиотерапией, то, что мы можем сейчас себе позволить, в некоторых случаях добавляя иммунотерапию при КИРАС, допустим, да, которые являются иммунозависимыми. Ну и, конечно, надежда на антибоди драг конъюгат, да, так сказать, то есть именно вот на ту целевую химиотерапию, которая тоже очень много сейчас проходит испытаний. Ну, если, так сказать, говорить о всей линейке, здесь представлены, видите, все препараты, так сказать, самые интересные, самые, так сказать, нас удовлетворяющие, это, конечно, правый, вернее, левый столбик, так сказать, где у нас есть реножировки или транслокации, и где мы получаем уже, так сказать, десятилетние результаты, да, и именно, так сказать, вот реножировки, они являются, так сказать, наверное, тем, что, в общем-то, является на сегодняшний день самым интересным. Ну, если посмотреть по расовой принадлежности, вы хорошо знаете, что EGFR это у нас 50% азиатов. Если взять вот другие мутации, которые мы сегодня будем обсуждать, в частности МЕД, это больше европейцы, ROS1, например, почему-то больше афроамериканцы, остальные, в принципе, АЛК, допустим, и прочие, они одинаково распределяются. Ну и уже, так сказать, сегодня не раз говорили, исключаем обязательно мутации для назначения иммунотерапии. Конечно, в первую очередь это EGFR, АЛК, ROS1, вот эти три, так сказать, основные, которые вообще плохо, так сказать, если мы назначаем иммунотерапию, когда имеем другие, все немножко, так сказать, разнородные. В некоторых случаях и редкие мутации отвечают на иммунотерапию. Допустим, редкие мутации GFR неплохо отвечают на иммунотерапию. Поэтому тут тоже еще очень много-много темных пятен. И, конечно, важная диагностика, это Евгений нам сегодня докладывал, что должно быть и РНК, и ДНК, так сказать, тестирование обязательно, чтобы не пропустить ничего. Ну, я начну, так сказать, издалека, потому что BRAF V600 все хорошо знают, 30% там не курящих, и, конечно, так сказать, если посмотреть в целом, видите, дикий тип это синий цвет, мы видим, что насколько, так сказать, хуже и агрессивнее течет BRAF. И исследование, которое было регистрационным, в свое время, значит, сначала пытались одним ингибитором лечить, потом выяснили, что все-таки двойная комбинация лучше. Ну и вот результаты, которые вы видите. К сожалению, ВБП, медиана, не превышает где-то 11 месяцев. Но на сегодняшний день, к сожалению, ничего лучшего
мы предложить для БИРАФ не можем, потому что исследование, которое было опубликовано сейчас на АСКО-23 со второй генерацией ингибиторов, да, с энкерофенином и бенимитинибом, ну, примерно такие же дало цифры, ну, чуть-чуть, может быть, меньше токсичность. За счет этого, может быть, эти препараты после третьей фазы как раз дойдут до нас, и мы будем уже, так сказать, применять не только эту линию ингибиции БИРАФ, но и уже второе поколение. Ну и то, что у нас появилось в этом году, Евгений Наумович тоже очень подробно уже рассказал про мед. Я хочу остановиться еще раз, так сказать, что исторически у нас были препараты менее селективные, такие как, допустим, кризотинип, который тип 1А, и он именно создавался и лечили, так сказать, пациентов именно как мед-ингибитор, и у одного пациента вдруг получили ответ, потом выяснили, что у этого пациента, который был курильщиком 80 лет, у него был АЛК. И после этого, так сказать, сразу поменяли направление для кризотиниба. Ну и, соответственно, у нас есть тип 2, куда отходят многие мультитаргетные ингибиторы, в частности, кабозантиниб. Ну и тип 1Б, где уже один препарат у нас зарегистрирован уже год назад в России, сейчас он доступен, капмутинип. На подходе еще два, которые в различных клинических исследованиях у нас используются. Это препарат сепротинип и савинлентинип. Поэтому, в общем-то, вот эти три типа, как бы, которые у нас на сегодняшний день существуют, и они воздействуют как бы и на, соответственно, мутацию в 14-м экзоне, и на, соответственно, амплификацию, увеличение копийности гена. Исследование Geometry, которое вот было у нас несколько лет назад, мы в нем принимали участие, у нас было в лаборатории Евгения Наумовича выявлено 20 пациентов, из них 13 мы смогли включить, они соответствовали критериям. И, соответственно, было очень много разных подгрупп. Сначала подгруппы включались больные с амплификацией, с числом копий генов там, от 2 до 4, от 4 до 6, потом больше 10. Выяснилось, что все, что до 10, это не работает, да, и, соответственно, после 10, так сказать, уже немножко мы получали какой-то эффект. Ну и, соответственно, конечно, подгруппы, где были мутации, они действительно оказались эффективны для лечения. Но цели были абсолютно стандартные, не буду останавливаться. Скажу единственное, что вот если посмотреть на характеристику пациентов, то здесь очень большое значение имеет возраст. Видите, средний возраст был 70-73 года. То есть это именно действительно та категория пациентов, которая, в отличие, допустим, от ЛК, она смещается как бы по возрасту далеко вправо. И именно вот эти пациенты, если посмотреть в их возрастной группе, то они, конечно, уже мутации будут не редкими, не 2%, а около 8%. И, конечно, это вот очень важный момент, потому что эти пациенты в таком возрасте, как все, как правило, имеют какую-то коморбидность, и им назначать платиновый дуплет не всегда очень, так сказать, безопасно. Поэтому, конечно, выделение этой группы на основании как раз вот возраста и, опять-таки, так сказать, еще раз повторю, гистология – это 90% аденокарцинома, 10% все-таки из плоскоклеточного рака. Поэтому это, конечно, вот именно очень важно выявить этого пациента. Ну, соответственно, вот были различные когорты, предлеченные или наивные пациенты. И как показало исследование, конечно, во всех подгруппах был хороший эффект. Вот у пациентов, не получавших лечения, в некоторых подгруппах был даже 100% контроля заболевания. То есть практически пациенты не прогрессировали. Да? А так в целом, если посмотреть, видите, 90-100% контроля заболевания, даже включая даже полные ответы. У предлеченных пациентов чуть-чуть хуже результаты, где-то на 10%, там у них 80-90, но все равно, в общем-то, это очень даже неплохо, наверное, очень даже неплохие цифры. Если посмотреть, видите, кривые, то, в общем-то, общая выживаемость достаточно, так сказать, неплохая, и мы можем говорить о том, что с помощью вот этой терапии мы добавляем год жизни пациенту все-таки. Ну и, соответственно, самая такая неблагонадежная группа – это пациенты с метастазами головной мозг. Здесь, вы видите, было проанализировано уже исследование реальной клинической практики. И
какие цифры по ответу. Видите, капмотмин 14, а иммунотерапия 5. Месяцев выживаем без прогрессирования. То есть, в общем-то, очень-очень, так сказать, большая разница. И по ответам, видите, у нас 11% ответа на метастаз головной мозг против 85%. То есть это еще раз говорит о том, что именно мутации нет, то является такой непоказательной для иммунотерапии. И, конечно, здесь нужна таргетная терапия и иммунотерапия. Осложнение очень специфическое, отеки, есть градация, когда надо приостановиться, но тем не менее, так сказать, в большинстве случаев все-таки мы после какого-то перерыва возобновляли терапию, но 6 пациентов исследования вот оно пришлось полностью отменить, потому что в ряде случаев действительно с отеками было не справиться. Ну и заключение, так сказать, еще несколько мутаций тоже, которые мы относим к редким. Опять-таки, еще раз повторю, РАС1 ряд, это как раз вот те транслокации, которые нас дают нам наибольший эффект. Допустим, при РАС1 действуют практически все алк-ингибиторы, которые существуют, за исключением алектиниба, да. И видите, так сказать, результаты по выживаемости без прогрессирования, допустим, для кризотениба, они почти в два раза лучше, чем для АЛК. То есть там, если на АЛК мы имеем 11 месяцев, то на РОС-1 кризотениб работает 19 месяцев. Ну и, соответственно, у нас в этом году уже был зарегистрирован еще энтерктиниб, который все-таки предпочтительный, если у пациента есть первичный метастаз в головной мозг, то, конечно, лучше назначать препарат, который хорошо проникает в головной мозг. Ну, у нас остается еще возможность назначить тоже лорлатинип, в принципе, при метастазе в головной мозг. Ну, и не надо забывать про то, что существует еще препарат тоже серетинип, который тоже лучше, чем кризотинип, проникает в головной мозг. И, в общем-то, есть у нас ряд пациентов, которые уже с РОС-1 на серетинибе находятся уже более 6 лет. Ну и в заключение, так сказать, то, что уже тоже Федор Владимирович сказал, конечно, мы ждем новых селективных препаратов. В частности, был расширенный доступ в России на пролцетинип. Нам удалось исключить 10 пациентов, из них вот сейчас до сих пор мы 7 пациентов лечим. И у них очень интересный, конечно, тоже такой наблюдается эффект лазера, когда, в общем-то, назначение ретингибитора приводит к резкому, так сказать, уменьшению опухоли. И, в принципе, даже у одного пациента у нас развилось кровотечение на фоне, так сказать, эрозии крупного сосуда. И это даже прописано в инструкции препарата, то, что может вызывать кровотечение. Потому что действительно очень выраженный эффект. И, я надеюсь, так сказать, все-таки и длительный на наших пациентов. Ну, Федор Владимирович сказал, что около 2 лет есть в среднем, да, но есть пациенты, которые в мире уже живут уже 7-8 лет, принимая ретингибиторы. Ну и для HER2, конечно, это Инхерту, который тоже, опять-таки, будем надеяться, через год, может быть, будет зарегистрирован у нас в России. Но тоже, в общем-то, так сказать, это наше будущее, это, так сказать, антибоди-драг-конъюгаты, конечно, так сказать, это целевая уже терапия, можно тоже ее отнести таргетной, но мы надеемся, так сказать, на нее. Ну и в заключение, опять-таки, вопрос на вашу наблюдательность. Слайд этот был, поэтому, если, так сказать, вспомните, то скажите, к какому классу ингибитора относится капмотинип? А, Б, С, Д. Спасибо. Так. Есть наблюдательные, вот тоже. Ну, в общем-то, все. Все определили. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Один вопрос, потому что мы уже очень сильно выбились из графика и на 20 минут опаздываем. Сергей Владимирович, ну вот придет пациент с транслокацией РОС-1, вы ему что назначите сейчас? Ну, конечно, так сказать, на сегодняшний день я бы назначил все-таки, наверное, энтректиниб, если бы был полный набор, да? Вот. А если у пациента нет метастаза в головной мозг, то, конечно, так сказать, воспользоваться можно
кризы тенимы. Но опять-таки не надо забывать, что все-таки в НССН прописан еще и церетинип. Вот. И вот в отсутствии энтрактиниба у пациента, если метастаз головной мозг, я бы все-таки рассмотрел вопрос назначения серетиниба. Спасибо большое, Сергей Владимирович. И мы переходим...